Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. За минувшие сутки в области утонули еще 5 человек. Несчастные случаи произошли в Санчурском районе и в Кирово-Чепецке. По данным сотрудников полиции, эта неделя стала рекордной по количеству человеческих жертв в воде. 11 человек погибли, среди них ребенок, подростки и пенсионеры. Один человек до сих пор не найден. Среди последних погибших 57-летний мужчина. Во время рыбалки он выпал из лодки и не смог спастись. В Чепецке в пруду погибла 37-летняя женщина. По всем фактам сегодня проводится проверка и устанавливается причина смерти. Сотрудники полиции в очередной раз просят быть предельно внимательными рядом с водой. Ни в коем случае нельзя купаться людям с хроническими заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара спадет. В выходные ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.